В Донецке в районе аэропорта идут боевые действия. Об этом сообщают очевидцы, и так передает пресс-служба Донецкого городского совета. Около 13:40 в районе центра Донецка была замечена колонна военной техники, которую используют боевики из ДНР. Просим жителей поселка в Октябрьский, 15-й участок, за станционной, а также жилых кварталов в районе железнодорожного вокзала и Путиловского путепровода не подходить к окнам, не выходить на балконы и воздержаться от выхода за пределы квартир и домов. Также автовладельцев максимально ограничить пребывание в указанном районе и заранее корректировать маршруты передвижения, сказано в сообщении мэрии.